Раз, два, три, всем здорово, братцы. Всем привет. Сегодня у нас ДКС. Сегодня у нас суббота и налетная смена. 309, выруливайте. Сегодня у нас летная смена летучки. И я сегодня выступаю в роли руководителя полета. Значит, какие сегодня у нас будут задания на полеты? Это. Да где мой черновик? Один курсант идет на вывозной на сложняк. Два курсанта пока отметились. А, кстати, этот один тоже пока отметился. Два идут на полигоны 308, 309 и 311 идет на простой пилотаж на средний. Простой пилотаж на малой высоте. Вот. Руководить сегодня давайте сразу же я сделаю вот так, чтобы у нас не было... Даже, наверное, вот так, да, чтобы нас не глушило с внешних видов, потому что хочу сегодня походить, посмотреть за бортиками с внешних видов. Тем более сегодня это будет актуально при работе на полигоне. Так, какое у нас время? Время еще у нас есть. Но мы в любом случае будем дожидаться первого запроса. Сразу же читаем молитву. И... провожаем в добрый путь, так скажем, да? Подскажите, пожалуйста, вчера пытался полвечера после наших стримов пытался провести некие настройки. 309 на взлетную полигон. 309 на взлетную полигон 3000. 309, понял, 3000. Внимание на аэродроме. Сегодня 30 марта 2019 года. Местное время 9 часов. Начало полета на аэродроме Таймыр. Вариант плановой таблицы ДПМУ над точкой облачно 7 баллов. Нижний край 1600 метров. У земли видимость более 10 километров. Ветер 2 метра в секунду, 140 градусов. Температура минус 2 градуса Цельсия. Давление 763 миллиметра ртутного столба. Истинный курс взлета и посадки 40 градусов. Запасной аэродром Анапа с аналогичными метеоусловиями. Средства связи объективного контроля включены, проверены исправно. Руководитель полетами полста 303. 309 взлет. 309 взлетайте. Итак, да, молитву прочли. Значит, запись, наверное, да, сделаем так. Запись данного стрима будет выложена... ну, имею в виду, стримов летучки будет выложена... на YouTube. Поэтому, ребят, кто желает поучаствовать в прямой трансляции, поприсутствовать на прямой трансляции, не забывайте переходить по ссылочке, она будет в описании. Не забывайте подписываться, мне будет приятно. 308 на взлетную полигон. 308 на взлетную полигон 2700. 308, понял, 2700. Вот, а стримы, которые будут с БЗС, у меня есть такая мысля, ну, на Твиче они сохраняться будут. С БЗС они, как правило, более такие протяженные. 309 первый. 309, понял. Они более такие протяженные. Там и один зритель сегодня тоже высказал свое мнение на этот счет, что лучше все делать, там имеется в виду, лучше делать... штука, я хочу убрать. Лучше делать, так скажем, нарезочками. Вот. У меня тоже была такая мысль, правда, на это уходит немногим больше времени, чем просто выложить стрим, да, и когда человек сам смотрит стрим, наиболее интересный момент для себя отыскивает и ими как говорится. 308, взлетайте. 308, понял. Основное внимание сегодня прикуем, так скажем, к ребятам, работающим на полигоне. Это будет, наверное, более интересно. Посмотрим, насколько точно ему у них получится
Бросаться. Триста одиннадцать на взлетную, вторая 3000. 311 понял, вторая 3000. Да, как улетает бортик. Санек, я думаю, потом посмотрит, но это наверное, чересчур уже, да, сместился. Почему так? Пока не ясно. Триста восемь первый. 308, значит, понял. Что у нас сейчас? Ой, простите. Блин, что-то я хотел сейчас. Давайте мы сразу же. Да, кстати, надо будет распределить цели между ребятами. Сразу внешний вид настроим. Но будут работать все по первой цели. Просто первый, кто придет, будет работать по. Давайте третий, а второй по второй. Это получается этот будет да, с внутренней стороны, а этот с внешней стороны. Нет. Первый. Блин. Первый. 311 взлет. 301, взлетайте. 311, понял. Да, первый будет здесь работать, а второй будет здесь работать. То есть 121 и 123. 123 и 121. Вот так мы сделаем. Так. Так. Здесь будет прекрасненько все видно. Давайте даже приблизим. Бомба сошла, а дальше будем пытаться считать метры. Так, здесь. Шуршит. Этот только взлетел. И этот сюда пошел. Так, мне еще нужно что? Блин. Право под 100. Ну как так можно? Вот, ну вот ДКС, да? 311 на первом 311-1. Вот если ветер 11, поставить. Понял. Ну, ветер он ставится реальный, да. Если ветер стоит менее, по-моему, 4 или 3 метров, то всегда есть курс по умолчанию 40 градусов. Взлет. Вот смотрите, 40 градусов мы взлетаем, а ветер у нас сегодня дует со 140. То есть получается под 100 градусов справа. Блин, ну это, конечно, жесть. Под 90 еще, ладно. Ладно, будем объявлять под 90. Так, Эльза у нас, как всегда, забыл про пары. Ну, не как всегда, так скажем, да, но такое он за. Бывает. Бывает такое. Так, кстати. Отправить в Discord. Лично я это делал. Вернее, решил это делать, чтобы если на Твича не придет уведомление, кто-то хочет попасть, чтобы человек смог попасть, так скажем. Триста первый запускайте. Здорово, Усака. Что-то я это ждал, пока хотя бы ты придешь. Вроде ждал летучку. Потом вспомнил, что в Дискорд не сделал.
Сделал уведомление. Так, сейчас я на секунду. Спасибо. Спасибо, Осака, за пожелание. Будем надеяться, что все пройдет нормально и гладко. С программы пришло уведомление только-только. А-а. То есть Twitch только-только отправил уведомление. Гадина какой. Стримчик-то мы начали сколько уже? 10 минут как? Ну хотя, да, могла быть, наверное, такая задержка. Ну ладно. Так, значит, мне что нужно сейчас потестить, братцы? Мне нужно сейчас понимать. Мне нужно сейчас понимать, есть ли какие-либо фризы. Блин, здесь леса нету. Кто у нас на... А, у нас ребята на полигон идут над лесом. 311 во второй 3000. 311 задание. 311, понял. Так, ну здесь вот у меня в игре не то чтобы фризит, но чуть-чуть проскакивает такое, да. Но я смотрю, сейчас пытаюсь в ОБС проследить. Извините, да, что так вот болтаю. Мне надо протестить немножечко настройки ОБС, которую мы сделали. Вот, потому что те фризы, которые были вчера в облаках в БЗС, меня абсолютно не устраивают. И я прям подрастроился. Потому что сама игра все ровно, все норм. А... Ну, так скажем, в Твиче, о, не на Твиче, господи, в ОБС в самом, он почему-то обрабатывал именно с задержкой, с фризами. С фризи без потерь. В том-то и дело, что Твич, в принципе, отрабатывает, да, то есть норм, все. А сам ОБС у меня почему-то был как бы хреновенько в этом отношении. То есть на Твиче все показывает норм, а в ОБС, получается... Сейчас я даже, да, качество лучше поставил, приоритетность там изменил, но надеюсь, что это поможет. Ладно, мы, может быть, будет возможность завтра попробуем. Нет, ну вот у меня с дерганиями даже в самой игре сейчас, да, я смотрю, что в ОБС, в принципе, также отрабатывается. Ладно, будем надеяться, что будет норм. Что мы начали-то с вами еще? Кто это у нас... За, но здесь особо трафика у нас сегодня не будет. Блин, я уже карту... А, ну, блин. Трафика как такового нет, да. Вот ребята только будут здесь плотничком работать. Будем смотреть за ними. Ванзан крутит у нас во второй зоне. В принципе, упражнение уже оттачивает. Дотачивает, так скажем. Поэтому особо тоже... ну как... Все требуют внимания, да, но именно пристального внимания он уже не требует, да. Ну и Антон запускает сейчас 301, 301, пойдет в зону, тоже крутит свое упражнение, которое он... Вот, в принципе, проблем должно. Так, мне надо приготовить, наверное, маркер, все-таки я буду давать меточку. Меточку тому... Ребятам, кто как проходит. Появилась возможность выбрать качество видео. Офигеть. Ну-ка, какое у тебя там качество? Можно посмотреть. Глянь, пожалуйста. Класс, если появилось. Потому что я, например, вчера запускал такой тестик, не тестик, да. Я вчера пробовал сделать... 2К, например. Ну, хотя 2К, наверное, ты лишний. Так, почему нет доклада? У меня... Огонь вообще. 309, ИПМ 3000. 309, я вас понял. Полигон. 309, понял. Так, отклонить. Ну ладно, это они сами померят, посмотрят. 2 километра. Ну, в принципе, для 3000, мне кажется, 2 километра. Я не знаю, надо спрашивать у знающих ребят, имею в виду, здоров, да, сколько это критично.
2 километра отклонения. И допустимо ли оно такое? Блин, здорово, что появилась возможность выбирать разрешение. Это, наверное, на порядок облегчить, так скажем. Да, блин, я вот сейчас запустил, смотрю, здесь класс. Да, в том-то и дело, мне не хватает. Мне постоянно после стрима прибегает этот оповещение, да, ну не оповещение, а типа смущает. Там, по-моему, 50 должно быть подписчиков, минимум 8, минимум 3 должно быть в среднем смотреть твою трансляцию, и еще там несколько каких-то условий. За счет БЗС мы вчера буквально даже подняли так нормально. Но подписчиков мы еще 50 не набрали. Я думал, что только после этого, это называется партнерская, да, партнерка, вот именно она позволяла бы нам выбирать разрешение на трансляцию. Но если уже позволили, ребята, то вообще огромный респект им, спасибо. Это радует. Да, на гремячем ключе стоит прям КПМ. На выход. А я почему-то вообще выходил. 301 выруливайте. Так, 308. Так, ладно. Триста восемь не прошло еще раз. 308 ИПМ. 308, продолжайте на полигон. 308, понял. Так, что-то все куда-то исчезло, я не понял. Не понял, что куда исчезло. Триста первый на взлетную, девятая зона, 1500. Там разберется Жан сам по своим высотам. 1500. Поздравляю, что это получилось. Блин, классно, да. Надеюсь, что все получилось, и это не какая-то ошибка. Жди, он же на сложный. 309, вам 3000. По шестому сказал. Виноват. 301, вам 3000. Почему-то у меня Антон прям это давно мы с ним не летали, вы, по-моему. Так бы вести, как говорится. Триста один, взлетайте. Здесь уже, да, ориентир хороший. ППМ 1 3000. 309, понял. Ресурс, канал 15. 309, понял. Разрешите занять 1500 по давлению полигона. 309-му разрешаю 1500. 309. Триста первый, первый. 309, разрешите подход. Триста девятому подход разрешаю.
Ваша цель 123. 309, цель 123 обнаружил. Работу разрешаю. 309, понял. Получается из пилотажной зоны. Из-за полигона, я думал, у нас. Нет. Да я тебе более того скажу, РП, который. Так уже. Их. Думал. Давайте вот на 1500 поднимем. Так, давай. Две. Смотреть, как он отсюда вот будет заходить. 208, ППМ1, 2700. 308, вас понял, на полигон. 1500 занимайте. 309 на первом 1500. 309-го понял. Я тебе более того скажу, даже... 308, да, на полигон 1500. 308, понял. Более того скажу, что даже руководитель полетами на аэродроме, он не один. Руководитель полетами дальней зоны, руководитель полетами ближней зоны, руководитель полетами, просто руководитель полетами, да, то есть вот он уже ведет его именно к посадке, да, а до этого их ведут там дальние зоны, потом переход на рубеже на ближнюю зону. 308-му подход разрешаю, ваша цель 121. 308, понял, 121. Вот, и получил. Двадцать первого понял. 308-го понял. Имел в виду летучку. Да, раньше у нас был либо вообще никого не было, либо был отдельный наш РППшник, тоже один из курсантов. Он сидел, соответственно, на полигоне и руководил. Но сейчас, ввиду того, что видишь, всего у нас сейчас сколько? 4 борта в воздухе плюс 1 РП. Если мы еще одного РП посадим на полигон, то получится уж очень, ну, грубо говоря, летать некому, да, больше руководителей, чем исполнителей, так скажем. Чисто только вот из этих соображений было решено, как бы, ну, оставлять их на 15-м же канале и выполнять те же самые обязанности, потому что вот на текущий момент, да, у нас два борта в зоне, и они в этой зоне, вот сейчас Антон единственное, что доложит, что он занял девятую, да, 3000, и все, и дальше я с ними вообще не контакчу, все основное внимание у меня вот здесь, то есть мы таким образом сэкономили. 309-го понял. Таким образом мы сэкономим, как говорится, людской ресурс именно в этом отношении. Так, давайте посмотрим, будем ли мы видеть пролетающий борт. 301-го понял задание. Так, где-то вот здесь он сейчас должен пролетать. Вот он. Жо, красава вообще, да? Огонь. Так, ну и Славик будет тут по этой кидать. Ну, в смысле, 309-й будет тут по этой кидать. Давайте тоже так же. 309 на боевом цель вижу. 309 ему атака. Триста девять, сброс подтверждаю. 308-го понял первый. 309 в круге
Метров 20 от центра. 309, понял, горжусь. Да, 20 на 7, на пол седьмого. Славик, красава, бля. Мне, по-моему, он подошел к этому моменту. 309-го понял. Так, давайте теперь у нас кто пойдет сейчас? Он пойдет на 121-й, да? Давайте попробуем его сюда вот вести, чтобы... Сейчас я сразу на него переключусь. Да, вот 308-й. Здесь посмотрим, как... Нет, блин, так мы не... Давайте вот так вот. Пускай, ладно. Я потом резко на него хлоп и подтвержу ему сброс. Да, там чуть-чуть небольшой косячок получился с миссией, но ничего. Это получается бесконечность. 308-го понял. Сейчас, наверное, с современными... О, мех, здорово. С современными этими, кто он? Технологиями, дронами, да, наверное, вот такой же. Вообще, дрончика. Хотя, наверное, это запрещено. Дрон на такой высоте в районе полета самолета. 308 атака. 308. Что за тема с РП? Мех. У нас вот так вот все по-взрослому. Сегодня РПшу вожу полетами. Самолетики летают, я им управляю. А в летучке такая вот у нас канитель. Так что знакомство у тебя сегодня, да, знакомься. Так, я не вижу 308-го. Слышу. А, вот он подходит. 308 сброс. Сброс подтверждаю. На 7 часов порядка 120 метров от центра. Ну да, говорю, это, наверное, не разрешено. 309 после 3-го, 1500. Понял, 309-го. А у нас, ну, короче, летают борта. Я сейчас руковожу РП, ну, в смысле, Вайпер, здорово. Да ладно. Еще и подписываться, там сердечко не забудь нажать. 308 на первом, полторы. 308-го понял. Короче, смысл в чем? Летучка — это типа виртуального училища курсантов. В жизни, да? Вот как они в жизни. Блин, а почему... 309 на боевом, цель вижу. 309-м атака. Почему я не видел 308-го? Я слишком низко. Низко. 1500. Вот этого вижу. 309 сброс. 309 сброс подтвердил. На 11.70 метров. 309 понял. Да, пожалуйста. Спасибо, босс, Вайпер. Но здесь просто трансляция, ну, ты вот как спец тоже, да, определенным образом. 309, разрешите повторный заход. 309, разрешаю повторный заход. 309, понял. Здесь, что я начал говорить? А, здесь вроде и качество получше, с настройками мне меньше заморачиваться. То есть я нажал кнопку в ОБС, и все, и трансляция пошла. И мы с вами сидим, болтаем, общаемся. Грубо говоря, все идет в реальном времени. Можете, вот, да, вот как пишет он... Напишите в чате, здесь же появляется все на мониторе, на экране, да, то есть здесь все реально способствует. О, мех, это...
309-го понял. Мех, это очень непросто бросать с элки, даже у... А, ты... 8 на третьем, полторы. 308, понял. Не позволяет. Это у меня сейчас стоит такое разрешение. Только сегодня первый раз, когда появилась возможность у меня менять разрешение и выбирать, потому что для того... Вот он бортик, да, в центре. Для того, чтобы выбирать, зрители имели возможность выбрать разрешение, необходимо определенные критерии пройти. Значит, смотрите, следующую трансляцию, возможно, это будет завтра, первый, хотя бы, как, по крайней мере, пробную, я запущу, наверное, в 2К. Попробуем вообще, реально ли? 308 на боевом цель вижу. 308, понял, атака. Попробуем в 2К и, соответственно, вот он раз, пикирует. Пошел. И попробуем, ну, короче, постримить 2К, но кому будет как бы не хорошо. 308 сброс. 308 сброс подтвердил. На 1 час 70 метров. Уже не так красиво. Блин, Вайпер, я согласен с тобой. И, безусловно, блин, а до этого-то сколько мы смотрели с тобой? У меня монитор-то появился 2К, тут начал в 2К только стримить-то. Буквально 3-4 смены мы постримили. Но я тебя услышал, я попытаюсь. Вчера я запустил, когда трансляцию, тестовую трансляцию на Твиче 2К, никто не ругался, да, на меня. То есть трансляция пошла, все норм. Единственное... 308 на первом, полторы. 308-го понял. Единственное, не уверен, что получится... 309 на третьем, 1500. 9-го понял. Вот он. Мышку вы же сейчас видите, да, мою? Вот он. Вот, мышки раз подлетели. Значит, даже если досидите сегодня до конца, я попробую, не закрывая ДКС, запустить стрим в 2К, чисто так, тестово. И вообще проверим, реально ли смотреть его в таком качестве, или это будет все, ну, фига, нам не пройдет. Но я вчера запустил, еще раз говорю, да, в 2К с текущим битрейдом. 309 на боевом. 309-го понял, атака. Он пошел. Давайте встречаем его. 309 сброс. Вон, пошла бомбочка, вижу. Лоб. 309, 45 метров. На 12 часов контейнер. 309, понял, работу закончил. 309. Давай-ка еще один заход, у нас 4. 309, понял. Смотрите, в ДКС все ровно, без фризов. Да, я вчера подкопался в настройках, выставил приоритеты в ВБС. На первом 1500. 309, понял. Значит, что я начал говорить? Покопался, да, в настройках. Вроде бы, сейчас в критичных моментах, в которых раньше у меня тоже ОБС начинал хандрить, и вроде бы как он нормально себя сейчас повел. Вот, поэтому надеюсь, что и ПЗС будет норм. 308, понял? Вот он летит. Подмышка. Вроде 3 раза сбрасывал. Значит, смотрите, небольшой случился косяк. Сейчас я им разрешил именно бросать, да, чтобы ребята потренировались. Короче, смысл в чем? Что создатель сервера тренировался над полигоном. Помните, как я на стриме? 308, атака. Когда я тренировался на полигоне, себя тренировал, да, я себе ставил неограниченный боезапас и бомбы. Для того, чтобы не летать постоянно назад на аэродром, не дозаряжаться, да, они появлялись. И вот Антон, он... 308.
Вопрос подтвердил туда, куда первое. 208, понял. И для того, что, ну, он тренировался и забыл эту галку убрать, бесконечный боезапас. И сейчас у ребят, получается, боезапас постоянно пополняется. Это косяк с фабы, да, фаб 100. У нас вообще тренировочные бомбы, но ДКС ломается, когда тренировочная наша бомба П-50Т падает на землю. ДКС просто рушится, короче, крашится. Вот. Разработчикам сообщили, разработчики занимаются этим моментом. Возможно, поправят в очередном из патчев. 308-го понял. 309 на третьем 1500. 309-го понял. Вот. Вот. И в одном из... В смысле... Короче, поэтому у них боезапас не ограниченный. Для ввиду того, что ребята там второй, может быть, третий раз переходят на полигон, было разрешено им именно сейчас сбрасывать, чтобы они хотя бы для себя поняли. Витя, Санька, вот первый раз, когда прилетел, он обе бомбы положил в круг. Сейчас, видишь, у него что-то ни одна в круг не пошла. 309-го, ну, в принципе, норм. Оценка хорошо, минимум. 309, атака. Первую сбросил на отлично, вторую сбросил на 4. Третью сбросил на отлично. Вот сейчас посмотрим четвертую. Ну, то есть, видно, что человек уже усвоил более или менее. Но он летает в VR, и, возможно, за счет этого... 309 сброс. 309 сброс подтвердил. 309 туда, куда третья. Отлично. 309, работа закончена. 309, вам отход. 2000, согласно маршруту отхода. 309, понял. Есть практические бомбы, да, П-50Т, они напичканы там, грубо говоря, бенгальскими огнями, они тупо дымятся. То есть лежит бомба в районе разрыва, и от нее такой дымок. То есть ты когда уходишь, выходишь на первый разворот, можно обернуться и посмотреть, в какое место ты попал. Вот эти разрывы с воздуха в районе первого... В районе первого разворота не видно. 308, понял. Вот, поэтому как-то вот так. Мех, если интересно, как это происходит вообще бомбометание, на самом деле это целая наука, если честно, и очень непросто это делать. Ты говоришь, почему такие промахи на Элке, очень непросто это делать, потому что это не ИЛ, да, и я думаю, и в ИЛе не так просто, как мы, как это реализовано в БЗС. Здесь, конечно, там... 308 на боевом цели вижу. 308 атака. Это целая наука, на самом деле. Ко мне на броневичок. А. Эй. Смотрим его цель. 308 сброс. 308 сброс подтвердил. На 6 часов 45 метров контейнер. 308, понял. Ну, сейчас, в принципе, близко к отлично. Ну, хоть человек понял, куда он прицелится, потому что если фотокинопулемет... 308, понял, вам отход, высота 1500, согласно маршруту. 308, понял. Так-то ты бросал здесь ДКС, бросал на руки? Разрешите скорость 600 по маршруту. 309-му... Давайте разрешаю, согласно вашего задания. 309, понял. Да ладно, блин, тогда уважуха тебе, если ты прям их клал и прям у тебя получалось, если здесь ДКС, это прям молодец. Потому что у меня не с самого начала не получалось. А как ты бросал, подожди, ты выставлял там угол упреждения, прицелы, все как согласно книжкам? Если так, да, то это вообще тогда молодец, огонь. Встроена учебная миска. Да, я что-то их даже не проходил, потому что я все по документам все изучал. Так, давайте переместимся с вами назад на... 309 и ПМ1, 2000. 309-го понял. 309 на маяк 2000. 309, понял, на маяк 2000. Короче, можешь посмотреть, как это делается у меня на Ютубе.
если ты вообще бываешь на Ютубе, и есть у тебя там что-то, могу, в принципе, сейчас открыть, отправить ссылочку. Давайте я сейчас найду ссылочку. Сейчас я найду на Ютубе свою ссылку. Ну, если у тебя будет время, ошибаюсь, там расклад миссии совпадает. Не лазил там, честно, не был я там. Короче, смысл в чем? У меня была целая история, ну, целый стрим я посвятил это такому бомбометанию, так скажем. Так, у меня трансляция, да? Секунду. Ну, просто может даже там, я думаю, если даже не зарегистрирован, 76 на полигоне. Правда, там был не Ил-76, там был Ил-78. Копировать ссылку на видео. Ставить для меха. Кинул, короче, ссылочку на YouTube. Да. Я проходил. Для меня в миссии теперь можно посмотреть только выдержанный параметр. А, да. Блин. Когда я уже дойду до твоей этой миссии? Это просто жесть. Я каюсь, стрёмно мне от этого, да, но я еще так и не дошел, да, честно. Так, тем временем этот шуршит, эти уже скоро закончатся. Триста восьмого понял, маяк. 1500. 308, понял. Короче, будет возможность, да, можешь посмотреть, но, блин, я прям удивлен, что ты прям говоришь, что для тебя это показалось просто. Для меня нифига не было просто, если честно. А с парашютом я бросал только в компании Курсант. Компанию Курсанта прошел полностью. И как бы вот там, да, там занимался бомбометанием и с парашютом. На Юпитер они, по-моему, называются бомбы. Обычными армии. 301 из 9 на маяк 900, остаток 590. 301 понял. А, к третьему 600. 301 понял, к третьему 600. Я почему удивляюсь, он же в... Согласен. Меня сейчас начало получаться 2 из 2 я кладу в район круга, в район оценки отлично, но... блин, это как бы... Для меня не было это просто, честно тебе скажу. Как бы я прям восхищен. Лежит уже в летучке. Кстати, да, я ссылку на летучку не купил. Но я думаю, здесь все ребята местные. Если скинем, если только меха, только первый раз у нас на подобном виде стрима, да, то ну, разберемся, я так думаю. Если будет интересно, потом закину. Так, ребят, кстати, ну хотя, что здесь говорить, да, блин, огонь вообще, смотрите, начало появляться качество. Кому, если вдруг что-то где-то некомфортно, пробуйте переключать качество, может быть, там на мобильном кто смотрит или еще кто, да, то есть в этом плане будет сейчас, я надеюсь, что это не какой-то там косяк, да, со стороны Твича, а будет все четенько, и мы сможем теперь смотреть с планшетиков, с мобильных, нормальным, для каждого своей, ну, для каждого качестве. Вот. Что еще у нас сегодня? Попробуем. Или сегодня, или завтра. Давайте, если будет народ у нас на стриме, чтобы разные попробовали, да, вариации. Я хотел бы попробовать постримить в 2К, потому что вот я как понимаю, у Вайпера как минимум есть монитор 2К. Если у кого-то еще есть, 2К, конечно, это огонь. Это любая игра преображается и прям рекомендую. То есть я долго-долго-долго собирался, долго я туда полтора, наверное, не решался купить себе высокочастотный монитор и с хорошим решением. Но вот когда взял, как бы, конечно, не VR, но эффект вау я испытал, так скажем, да, после того, как сделал HD на 2К.
Я наоборот к штурмовке тянет. Да дело даже не в этом, просто ты, как тебе правильно сказать, очень много тонкостей, да, вот в этом деле. Как оказалось, решается там выдерживанием параметров буквально двух-трех. А когда начинаешь у себя в голове все эти параметры держать, начинаешь допускать достаточно много ошибок. В свое время в курсанте я, например, с полупетли не мог никак попасть в целый ангар. Здоровенный ангар, все время куда-то мазал. Меня это просто добивало. Я прям очень долго не мог пройти эту миссию, когда проходил эту кампанию. И, очень долго потом тренировался. В итоге в офлайне прошел. На стриме, по-моему, даже не показали. Или показали просто запись трека, потому что терпения у меня уже именно на стриме не хватило. Когда второй раз начал проходить, до этой миссии дошел, то в принципе сбросил, по-моему, со второго раза, когда первый раз слетал удачно, по-моему, второй раз, когда я перезарядился, улетел, второй раз перезапустил, имеется в виду миссию, да, уже как попал. Так, пришлось для стрима частоту зарезать 60 кадров. Безусловно, а мне, по-моему, даже нет возможности выбрать такое разрешение, такую частоту кадров. У меня и на YouTube была 60. А, ты у себя имеешь в виду, когда стрим смотришь? Вайпер, правильно я понял? То есть ты когда смотришь у себя, тебе приходится срезать. Я тебя понял. Кстати, вот у меня их там, ну, грубо говоря, три монитора, не три, там два вот на одном. Благодаря одному мы как бы стримим, да, еще телевизор. У меня когда переключаюсь на телевизор, если включен монитор 2К 144, там начинают тоже пропуски кадров на телевизоре на самом. Это мне, конечно, бывает, приходится монитор 2К переводить в 60, тогда все ровно, когда плеер какой-то включаю на телевизор с обычной частотой. Так, здесь у меня все разойти успеть. Вайпер, не знаю, кстати, стримит или нет, но я знаю, что за видео как минимум записывает, это факт. А, когда ты стримишь, то монитор ставлю на 60 вместо. Нет, у меня сейчас 144, за весь стрим, что мы с вами, 212 кадров пропущено, это 0,1%. То, я думаю, это в те моменты, когда я альтабался и пере... 309, разрешите снижение до 600. 309, снижайтесь 900. 309, понял, 900. Диаметр круга на оценку отлично. Диаметр круга 90 метров. Это оценка отлично. 45 в радиусе. Идет 45 радиус, 90 радиус и 130. Это нормативы оценки 5, 4, 3. Да, вот Вайпер подсказал 90 метров. Я просто не уверен, что сейчас 309 успеет к третьему. Нет, 301 успеет пройти к третьему. Они разминулись с 309. Дал 900. Так, этому лететь еще 13 километров. Сюда 11. 309 занял 900. 309 понял. Триста девять, контроль скорости, повнимательней. Второй, 1200. 311 на маяк, 1200. 311, понял. Опробовали работу пары на разных эшелонах. Это про что? 309, снижение до 600. После маяка к третьему 600. 309, понял, до 600, потом к третьему 600. 308, снижение 900 на маяк. 308, понял, 900.
Про что ты? А, в одной зоне? Нет, мы такое не практикуем. То есть специальной программой не планируете пользоваться? Планируем, но это платное, во-первых. Во-вторых, она на английском, например, для меня это будет проблематично. Я не знаю английского. Штурмовка нескольких самолетов. А как же ты все равно должен бросать с 800 метров? По-другому никак. Ты не можешь бросить с 1500. То есть у тебя параметры прицела выставлены таким образом, что ты должен бросить с 800 метров на скорости 550 с углом пикирования 30. То есть я пока не представляю, как это можно реализовать именно. Ну, то, о чем ты говоришь. То есть я не могу бросать с 311, снижение 600. 311, понял. 308, 900. 308-го понял. Так, вот эти ребятки у меня не сойдутся ли? Блин, Славик. Рыска первый на третьем шасси выпустил 600. 301 заход. 301 понял. Я сейчас, ладно, здесь чуть-чуть его протяну, тогда 309-го. Нормально шлись по, кстати, по расстоянию. И эти, видите, блин, тоже сходятся приблизительно на одинаковое расстояние. 311, рассчитывайте к третьему. 600. А ваш курс ориентировочно 200. На третьем шасси выпустил 600. 309. Заход через 10 секунд. 309 понял, через 10 секунд. Так, ну и давайте мы, наверное, начнем смотреть за посадками. Это самое интересное во всех полетах. Самое 309 красивое и выполняю заход. завораживающее. 309 подтвердил. Самое завораживающее и самое красивое. Самое опасное. И сколько несколько раз уже было зафиксировано мною по чистой случайности, так скажем, летные происшествия, когда самолеты складывались. Да, Вайпер правильно говорит, здесь баловства допускать совершенно нельзя никакого, да, то есть экспериментировать над курсантами, конечно же, никто не. То есть здесь именно вот в этом, на этом базисе, да, построена сама летучка, что все должно быть максимально безопасно и в соответствии с руководящими документами, по крайней мере, с теми, которыми мы пользуемся. Это РЛЭ, это КУЛП, в основной наш документ. ФПП, да, ну, в принципе, ИПП, да, инструкция проведения полетов на нашем аэродроме. Вот. Как-то так. Так, давайте, наверное, я вот сюда переключу F11. Так, мы сюда вот поставим ее. Нашу камеру. Так будем встречать. 301 данный, посадки готов. 301 посадка, ветер. Господи. Ветер справа 2 метра по 90. 301 понял. Самый Это скорчен 8, маяк системы 900. Корн, точно. 308. Понял. Снижение 600. 208 понял, 600. Давай. 308, снижение 600, далее к третьему. Считывайте. Сетевой код, да, здесь у нас. 311 на третьем шасси выпустил. 311 заход. 311 понял. Ладно, красавчик. Ну, кстати, меньше сейчас стало уже портиться 309 дальний седьмым посадки кодом. готов. 309, посадка, ветер справа 2 метра под 90. 309 понял. Так, остальные у нас норм, да, остальные все в порядке. Остальных не.
Выстрелились, да, так получилось, что выстрелились прям четко. А ребята вынуждены сажать с бомбами. Як-130. Ну, Як-130, по-моему, еще даже в войсках не везде. Который закрепал отключаться, гадя. Похоже на большой перелет. Т-8 на третьем шасси, выпущенный 600. 308, заход. 308, понял. Нам все равно надо. Да, здесь бы хоть что-нибудь кликабельное еще добиться. Так, я смотрю, просто вот так мотаю, пытаюсь проверить, ОБС вроде бы тормозит, классно. Следующий идет сзади. Шли закрылочки, посадка. Чуть-чуть. 309 освободил. 309-го понял. 311 дальний. Посадки готов. 311-й посадка. Ветер справа. 2 метра под 90. 311-й понял. На базелке я хз. Сейчас он Як-52 даже ставит эти навигационные системы, поэтому... Конечно, ей, повторите. 309, полномочный номер, да. 309, наблюдаю вас. Да, пока я здесь залюбовался, ребята там уже... Смотрите за то, как при... 308, дальние посадки готов. 308, посадка, ветер справа 2 метра, под 90. 308, понял. Новые всегда красивые. Понял, 311. Ну вот, без перелета. Норм, притер. На глиссаде, ребята, вообще, парни, это про чё?
Да, к этому как бы да, мех, это к этому долго идут, долго шли, как бы это классно. 308, понял. Так, давайте, никто никуда не разбегается, пожалуйста. У нас трансляция все равно подходит к концу. Я сейчас поставлю вот так. Значит, чего ты засмущался? 308. Триста восемь, разрешаю пересечение. Так. Давайте. Всем пока. Вернее, ребят, кто на стриме сейчас, пожалуйста, не разбегайтесь. Сейчас я запущу в разрешении 2К. Как раз все испытаем, терпимый, нетерпимый, его смотреть, окей. Значит, ребят, кто на Ютубе будет смотреть, пересматривать, пожалуйста, переходите по ссылочке, подписывайтесь и приходите на прямые трансляции. Мы будем всем рады. Все. Всем покедова.